Играем на низких кэфах UFC 263. Это не один экспресс. Не глупите и думайте своей головой. Если что, под этим видео вы найдете ссылку на самые распространенные ошибки при составлении экспрессов. Исраэль Адесанья, Марвин Виттори. Виттори крепкий парень, а Исраэль очень подвижный. Этот бой не должен закончиться так быстро. Дэвисон Фигередо, Брэндон Морено. В первом поединке бойцов мы видели, что они могут, и здесь нас ждет как минимум пару раундов. По информации, накануне прошлого боя Фигередо был с расстройством желудка, и поэтому толком не выспался. Поэтому сейчас и не рассматриваем полный бой. Леон Эдвардс, Нейт Диас. Все мы знаем, как Диас может терпеть. А Эдвардс уже 6 лет не заканчивал поединки в первом раунде. Дэмиан Майя, Билал Мухаммад. Билал поднимет руки и пойдет давить. Даже при переводе в партер со стороны соперника у него есть аргументы. Майя отлетел в прошлом поединке в первом раунде от Бернса. Но там была хорошая версия Гилберта перед чемпионским боем, и Билал, будем откровенны, пока не тянет до уровня Бернса. Хаким Доуду, Мавсар Евлоев. Должно случиться что-то невероятное, чтобы Мавсар удосрочил так быстро, или Хаким смог потрясти его до нокдауна, пока боец полон сил.